Всем привет, с вами снова я, Настя. Сегодняшнее будет, наверное, видео что-то вроде тага. Таг будет посвящен... Блин, это не влог. Хотя, я бы сказала, это больше похоже будет на влог. Это будет моя беседа с вами. Короткий влог. Скоро у меня день рождения. Мне исполнится 22 года. И, боже, я не знаю, как мне праздновать или не праздновать вообще это свой день рождения. Все заключается в том, что... День рождения выпадает на выходной день, и девочки, с которыми я общаюсь, они работают. Соответственно, как бы собрать всех очень тяжело. И вообще, я не знаю. Я не знаю, куда пойти, потому что я смотрела интересные кафе, заведения, куда можно было бы сходить с подружками. Но, блин, я хочу пойти в корейский ресторан, а они вряд ли захотят есть суши там и говядину жарить. Правильно ведь? Я думаю, да. Соответственно, как бы я не знаю вообще, что делать. У меня, наверное, какой-то кризис. Да, я бы назвала это кризис. Потому что в один прекрасный момент ты считаешь, что тебе вот всего-то ничего 20 лет. И ты чувствуешь себя вообще на 18-19. И ты вроде бы еще молодой огурчик, потому что если посмотреть на девушек, которые ходят на улицах, там 11 класс, да блин, они выше меня, они выглядят старше меня. Да меня даже паспорт спрашивают все время. И вот представьте, что вам скоро исполнится 22 года, вам нужно как-то планировать вашу жизнь вперед, там, не знаю, семья, дети, работа, карьера, а ты вроде бы не знаешь, чего ты хочешь. Вот я нахожусь сейчас именно в такой ситуации, потому что я представляю, как это будет на мой день рождения. А будет это примерно именно так. Сегодняшний день мы хотим поздравить тебя, Настя, с твоим 22-летием. И все такие, выпьем же за тебя. И ты такая вначале сидишь, вся, спасибо, девочки. Так, это что? Вы чего? Мне всего 22, я еще молодая. Какая бабушка? Какие дети? Да, именно так это и выглядит. Ну а теперь подумайте, если бы вам исполнилось 22, что бы вы почувствовали, какие цели бы у вас были бы? Мне кажется, это некое разочарование. А еще, почему я не хочу, чтобы... Почему я не хочу праздновать день рождения? Потому что когда ты просыпаешься в свой день рождения и понимаешь, что вот этот день с годами, он становится не таким праздничным, что ли, более обыденный. Даже ничего такого спонтанного вроде бы не происходит. Ты просыпаешься с мыслью о том, что ах да, сегодня мне исполнилось столько-то лет. И все, на это все заканчивается. Нужно как бы принять поздравления, приготовить пару салатиков, выпить за свое здоровье шампанского бокальчик и все. И ничего более. Потому что многие в свой день рождения работают, кто-то учится. Хотя раньше мне казалось, что это очень веселое занятие. И, возможно, все-таки я передумаю и все-таки настроюсь на празднование этого дня. Осталось очень мало времени, на мой взгляд. Это где-то неделя, в воскресенье уже день рождения. А я все еще в раздумьях. Если вы столкнулись с дилеммой возраста, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Оставляйте, скажем так, свои... отзывы, мнения о том, как вы празднуете свой день рождения. Возможно, мне понравится ваш совет, и воспользовавшись им, я все-таки смогу нормально отпраздновать свой знаменательный день. Вот, пишите. Вот, очень рада. Ах, да, о подарках, кстати. Вот, вы думали, что вы хотели бы получить на день рождения? Я, к примеру, да. И понимаю, что я хочу получить в подарок гавайскую гитару, я хочу научиться играть на ней. В свои 20 лет, да, с лишним, я уже хочу... освоить какой-то определенный музыкальный инструмент, потому что раньше как-то это начиналось и заканчивалось, сейчас я хочу это начать и закончить. Вот. Потому что, мне кажется, это круто, если ты умеешь играть, допустим, на гитаре. Но гитара большая, у меня пальцы маленькие, я не смогу на ней играть. Итак, пишите, пожалуйста, внизу ваши комментарии о том, какие подарки вам дарили, ваше, наверное, заветное желание, чтобы вы хотели получить на день рождения. Если вы кей-попер, не пишите, что вы хотите получить какого-нибудь певца из группы под это, в обертке. Хотя, знаете, я бы тоже кого-нибудь хотела бы так получить. И ничего такого. Никаких пошлых мыслей. А то мне накажут. Итак, ладно, спасибо за ваше внимание. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока. А вот, пожалуй, этой китайской. Я могла бы. У лилейки. У килели. У килели.
Короче, мне говорят, в Китае я, наверное, смогла бы.